Бригада врачей из Москвы бесплатно приняла более 700 человек. Организовал приезд специалистов в Махачкалу благотворительный фонд «Инсан». Сотни пациентов получили необходимые консультации и назначения. Подробнее о мероприятии расскажет Лариана Шамхалаева. Проверить состояние своего здоровья и послушать лекции специалистов. В течение 2 дней жители республики собирались в 3-й городской больнице. Врачи, практикующие в известных клиниках Москвы, в Дагестан приехали неспроста. Все они наши земляки. Мы наблюдаем большое количество пациентов. Пациенты с разными патологиями. Основная патология, конечно, это неврологические пациенты и пациенты ортопеду-травматологу. Но есть и большое количество других пациентов тоже. Кому мы сумеем оказать здесь помощь на месте, мы окажем здесь. А кто будет нуждаться в более квалифицированной и специализированной помощи, мы их направим в стационары и будем содействовать в оказании помощи в центральных клиниках нашей страны. Нейрохирург рассматривает снимки с объемными новообразованиями головного мозга и уверяет, что в некоторых случаях действительно требуется хирургические вмешательства. Однако выезжать за пределы Дагестана не обязательно. Сегодня уже в Махачкале есть все необходимое оборудование для проведения наисложнейших операций. Но в этом году активно начали проводить хирургические вмешательства по поводу неврологии тройничного нерва. Это функциональная нейрохирургия называется. На самом деле раньше не занимались этой, не проводили такие операции в Дагестане. Только-только начинают набирать оборот выполнение операций на сосудах головного мозга. Это клипированный аневризм сосудов головного мозга. Это тоже для нас новое. Это тоже раньше инсультных пациентов с кровоизлияниями приходилось везти в Москву, в Питер. По словам организаторов акции, с момента публикации поста о приезде докторов за пару часов поступило свыше 1500 звонков. Эта акция, она у нас не последняя. Мы с врачами уже переговорили. Эта акция у нас будет проходить через каждые 3 месяца. В последующем уже они будут еще более масштабные. Для этого у нас 3-я городская больница «Благо» предоставляет все условия и оснащение всех кабинетов для всех специалистов. Попасть на прием к лору, ортопеду, нейрохирургу, урологу, кардиологу и неврологу приехали пациенты не только со столицы, но и с районов Дагестана. Хотелось бы уехать вот за пределы Дагестана, чтобы пройти вот лечение врачу, вот, чтобы написал, и воспользовалась такой акцией. Большое спасибо фонду, что вот они пригласили этих специалистов. Хотела вот, можно вот попасть, не уезжая со своего города. Удивлена, что такая атмосфера, что здесь хорошие врачи, прием хороший. Я вообще удивлена, что такие эти у нас бывают акции, еще бесплатные врачи. Как оказалось, некоторых врачей узких специальностей пациентам все же не хватало. По итогам сегодняшнего дня видно, что есть специалисты, в которых нуждается город. В частности, много очень было обращений к педиатрам. Вполне возможно, мы будем планировать в следующий раз, что приедут детские врачи. Также очень много было обращений к невропатологу и к ортопеду. Те, кто не попали в этот раз, вполне возможно, в следующие акции попадут. Инициаторы акции пообещали, что в следующий раз прием будут вести, возможно, уже 15 врачей, а продлится он более 2 дней. И призвали следить за публикациями новостей в Инстаграме. Лариана Шамхалаева, Магомед Магомедов, телеканал ННТ Махачкала.